твоей улыбка и тону в твоих глазах. В таком количестве женских глаз автору этих строк точно понадобился бы спасательный круг. В зрительном зале главное богатство и трудовое наследие Тератекса, женский коллектив предприятия и приглашенные гости, ветераны производства. Вера Ивановна Луценко. За 38 лет трудового стажа она прошла путь от ткачихи до сменного мастера. Была свидетелем расцвета предприятия, после вместе со всеми переживала трудные времена уже после развала Союза. Говорит, много за это время изменилось. Не менялось только одно – женские привычки. С работы, когда уходишь, многих даже не узнаешь, потому что девочки там ткачи бегали на низком ходу, как положено, по технике безопасности. А тут выйдут такие красавицы, одетые, макияж сделают. Очень, конечно, на женщина каблуках. На каблуках, несмотря что на 8 часов отбегала вокруг станков. На Тератексе трудятся целые рабочие династии. Конечно, 12-летнему Артему еще не скоро предстоит выбирать профессию, но на предприятии он уже успел стать своим парнем. Сегодня вместе с юной партнершей поздравляет большой коллектив. Да это целый мир, это наши дети, это наша работа, это наша жизнь, это все в комплексе, это когда хорошая погода, это когда у тебя дети здоровы, когда все счастливы, это, конечно, очень хорошо. Когда ты утром бежишь на работу, когда дома тебя встречают близкие, это все хочется поздравить всех женщин, чтобы у них было счастье, чтобы у них было понимание, любовь. В этот праздничный вечер к женщинам обратились мужчины. Никто не скупился на комплименты. Руководство подчеркивало, предприятие во многом держится именно на женском коллективе. Все-таки это 70% всей штатной численности Тератекса. Сегодня в зале присутствуют женщины-ветераны, пенсионеры нашего предприятия. Особые слова признательности и благодарности я хочу выразить именно вам за ваш неоценимый вклад в развитие Тератекса. Несмотря на цифры в паспорте, вы также наравне со всеми молоды душой. Уверен, что ваш жизненный опыт является примером для молодежи. Мы о вас не забываем, мы вас ценим и уважаем. Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны! Я бы хотел поздравить всех женщин Приднестровья с наступающим таким прекрасным праздником. Пожелать женщинам и их семьям крепкого здоровья, всего самого наилучшего, успехов, мирного неба над головой. Пускай все женщины будут любимы и любят. Практически весь вечер хозяевами сцены были мужчины. Впрочем, в канун Международного женского дня одно из важных пожеланий прозвучало как раз в адрес мужчин и от имени мужчин. Окружать женщин заботой и любовью так, чтобы 8 марта казался каждый день. Юрий Чернявский, Игорь Мацота, ТСВ.